Давайте мы придем опять же к зову Махди, который не так давно начали чувствовать очень многие люди. И попробуем прочувствовать не только свой, вот этот зов внутри, а его вовне. То есть прочувствуем друг друга. Просто-напросто. И это что сделает? Это усилит. Простое предложение. Закрываем глазки, успокаиваемся. Ребят, просто расслабиться и сосредоточиться, вот как бы мы опускаем свой внутренний взор внутрь своей груди. Наша задача простая — услышать биение сердца, после чего, как мы услышали и прочувствовали, как бьется наше сердце, опускаемся чуть-чуть ниже, в район солнечного сплетения, как при практике лотос. И вот этот ритм, который более мягкий и свободный, просто его усилим и соединим со всеми. Буквально в единении, на одну минутку. Спасибо, друзья. И вот было бы прекрасно для всех, если бы в один прекрасный момент все люди в этой сфере, на земном шаре, смогли бы соединиться вот в этом ритме. Давайте, ребята, любить друг друга. Что может быть ценнее любви? Просто. Просто любить друг друга.